Южный магистрал. Сиролё, зовут. Эки золотой. Арчешке сужок ушел на ина. Ну да, богом места, конча жылдан бери. Майдын башынан баштап мындай берилбей келген, а мына акыркы 4-5 күндөн бери эчтеке жок. Кече мисалы график менен 2 саат берилет деген, бирок 2 саат бир сары эле суакты. Ан жуунган кандай да жиркенесиң, ан үчүн жыты да жаман да. Ошондой эле суу берилди кече мисалы. Сууну сатып келип ичип атабыз мына, бир ай болуп калды. Балдарыбыздын кийимдери жуулбай турат да. Бактарыбыз куруп атат, канча деген бактар куруп атат. Үйдө жууна албай калдык. Развиваем данную ситуацию, возможно, будет мы как бы стабилизироваться в течение месяца. Соответственно, усилены именно работа водовозов. 10 водовозов будет работать именно на Арчебешикском жилмассиве. И работа водовозов тоже будет регламентирована. Наказаны будут, но на сегодняшний день сейчас убирать лиц, либо наказывать людей в момент, как говорится, данный момент, я не считаю нецелесообразным. Данный момент, кризисный момент, поскольку данная проблема, она имеет место, и выводы будут обязательно сделаны. На сегодняшний день проблема именно ограничения, к сожалению, у нас носит именно водовод ТЭЦ-2. И именно водовод ТЭЦ-2 у нас на сегодняшний день потребляет наибольшее количество воды, поскольку здесь жилые массивы в основном сконцентрированы, и здесь выборка воды наибольшая. Графиктер жок, графиктер туура эмес, график менен берилген жок элге жана жазылган график менен. Анан главный инженер водоканала келип тур, но у него дежурный ответ, биз андан эчтеке канааттандырарлык жооп алган жокпуз.